Здравствуйте! Сегодня я приготовлю апельсиновые дольки в шоколаде. Хорошо вымытые и обсушенные апельсины среднего размера нарежу кружочками толщиной 0,5 см. В сотейнике смешаю сахар и воду, поставлю на огонь и доведу до кипения. Выложу ровным слоем апельсиновые кружочки и проварю на очень медленном огне, чтобы сироп еле заметно кипел в течение 30 минут. Во время варки переверну дольки несколько раз. Выключу огонь и полностью остужу. Выложу апельсины в дуршлаг и оставлю на 30 минут. На решетку выложу кружочки в один слой. В разогретую до 140 градусов духовку на нижний уровень установлю противень, выстеленный бумагой, а на средний уровень решетку с апельсинами. Подсушу в течение 30 минут. Выключу духовку, приоткрою дверцу и полностью остужу. Шоколад растоплю на паровой бане. Остывшие апельсины разрежу пополам. Опущу каждую дольку в шоколад и выложу на бумагу для выпечки. Поставлю в прохладное место до полного застывания шоколада. Такие дольки будут прекрасным подарком на новогодние и рождественские праздники. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и задавайте вопросы в комментариях, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».